Ребята, кентуха на проводе, и прямо сегодня я взломаю аккаунт стримера прямо на стриме. Вы просто будете в шоке. Прямо сейчас, ребята, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. Я уже прямо сейчас зашел на аккаунт, просто посмотрите на все эти скины, посмотрите, как же много всего тут. И прямо сегодня он запускает стрим, и прямо на его стриме я его пранкану, я продам все эти скины, я буду рофлить, я буду выбивать, я буду тратить его голду. Короче, ребята, это будет что-то с чем-то. Только я вот не понимаю только одного. Почему у него такие дешевые скины, блин? Ну ладно, ребят, ничего страшного. Все, ждем начала его стрима и погнали его пранковать. Это будет очень весело. С вас лайк, подписка. Короче, ребята, я уже зашел к нему на канал, он уже запустил стрим, и он даже не знает, что же его сегодня будет ждать. У него стрим называется «Апаем легенду напарника за 5 дней, бущу подписчиков». Ох, братанчик, как же мы сегодня тебя пробустим, ты даже не представляешь. Ну что же, Нигматик, прямо сейчас начнется контент. Ну, ребят, давайте не с самого начала стрима, немножко подождем, и потом начнем немножечко его взламывать. А? 5 minutes later. Короче, ребята, просто представьте, какой же это угар. Помимо того, что я его сегодня взломаю, он запустил первую катку в союзниках, и сразу же против него попался читак, у которого одни победы и 12 часов онлайна. Бедный Артем. Мне тебя жаль. Ну ничего, братанчик, это все ради контента. Я надеюсь, что потом ты мне скажешь спасибо, потому что это будет точно весело. Блин, ребята, как же это смешно. Посмотрите, где этот читак заплантил бомбу. Посмотрите, она заплантила. Посмотрите на мини-мапу, она заплантила где-то был у карты. Ой, блин, смотрите, он дефюзит. Что происходит? Он выигрывает читера. Да, ребята, сегодня у него на стриме точно будет очень много трешняка. Он показывает свой красивый КРТХ. Да, разработчики его отправили подарок, а мне еще не отправили. Ну как, они меня отправили, но он еще не пришел до меня. Так, Энигматик, не хвастайся, нехорошо. Так, ну что, ребята, выбиваем. Прямо сейчас я его выбью, потому что я уже на его аккаунте. Ой, блин. А ну-ка, оп. Ай, блин. Давайте пока что просто поменяем аватарку на Украина и напишем... Энигматик. Энигматик! Все, выходим. Смотрим на его реакцию, давайте. Алло! Смотрите! Смотрите, что... Подождите! Чего? Кто меня усменил? Я с другой аватаркой только что играл. Я надеюсь, что меня никто не палит в чате. Это Кент! Вы чё палите? Вы чё? Так, почины. Кто палит Кента по какую? Не надо палить меня, вы чё? Уже начинают палить то, что я. Ребят, не надо руинить пранк, пожалуйста. Никогда в будущем не палите, что это пранк. Просто пишите ха-ха и все. Так, ребята, я зашел прямо сейчас на его аккаунт. Я меня обратно аватарку на Украину. Так, и давайте, знаете, что мы сделаем? Давайте мы прямо сейчас откроем его кейсчик. Он только что купил скорпион кейсчик. Я прямо сейчас его открываю. Все. Просто насколько же это смешно. Так, я выбиваю. Смотрим. Но реакция, он не понимает, что происходит. Парень немного потерялся. Так, давай, Роники, заходи. 5 minutes later. Блин, ребят, мне немного жаль его, потому что начинает очень сильно волноваться. Но ничего, братанчик, это все эксперимент, это все пранк. Так, ребят, давайте-ка мы прямо сейчас еще разочек зайдем на его аккаунт и посмотрим, какая же у него будет реакция, потому что мне кажется, мы слишком мало похулиганили. Давайте сейчас чисто купим 1000 анкомонок. Это просто рекорд, понимаете, 1000 анкомонок, это будет абсолютный рекорд. Давайте, ребят, прямо сейчас заказать 1000. Раз, два, три. И оп, блин. За одну голду, все, поехали. Я прямо сейчас заказываю 1000 анкомонок. Все, ребята, я выхожу. И просто представьте, как же не будут гореть. Все, заходим на его стрим. Я выхожу. У меня идет маленькое прорицание, у меня аватарка украинская, что за бред? Это Кент ПК называется, а не бред. Ох, ребята, ну что, ждем, чтобы он прям сейчас скачал стендовчик. И будем смеяться. Он думает, что это просто какая-то ошибка. Он думает, что я удалю стендов, заново скачаю, и все пройдет. А не, братанчик, не пройдет. Так, и что ж тут пишут? Это Кент ПК, это Кент. Да вы что, меня палите, засранцы? Вот негодяи-то какие! И зачем это вы палите дядю Кента? Не стыдно, ребят? Не надо палить. Если аксельболты реально забанили меня после игры с этими типами, если вот я сейчас играл вот против читера. Если аксельболты забанили меня, а не их, если бы забанили меня, а не их, я не знаю. Короче, он думает, что это ошибка,
и по ошибке забанили его вместо того читака, с которым он играл в предыдущей катке. Энигматик, братишка, это я. Это пранк, какашка, родненький. Он почему-то так долго качается на 2, я думаю, что можно зайти еще разочек. Пока он там обновляет, да, пока он там родит все дела, можно еще раз зайти разочек. И немножко похулиганить и посмотреть, что же там с его аккаунтиком-то произошло, да? Так, ребята, я зашел на аккаунт, посмотрите, сколько у него анкомонок, 1000 штук. Так, давайте я, короче, продам, прямо сейчас продам за 1 голду его дробаш. Что, ребят, продал за 1 голду еще его дробаш. Ох, бедный энигматик, пожалуйста, родненький, не злись на меня, я тебе все отдам, я промокодик веду. Так, все, все, продали дробашечек и погнали смотреть, что и как там. Давай, давай, давай. Это только в другую сторону тебя? Или что это? Что это такое? Короче, ребята, это очень смешно. Как? Что это за буква вообще? Ой, я сука. Что это за буква такая? Давай, родненький. Ники, алло. Это я пока менять ники. Ники! О. У меня 1000, пацаны, предметов в инвентаре, вот! Он заметил скин в инвентаре! 1000 предметов в инвентаре, это что такое? Опа! Подарок от Кента ПК, как вы тебе? Нравится, что ли? Ха-ха-ха! Ну что это такое? Что это такое? Нормально почти, нормально, да? Нормально, мы взломали его. Купили 1000 P90 Iron. И посмотрите, он листает, до сих пор даже до половины не листал. Просто представьте, насколько же много этих P90, этих анкомонок сраных. Ой, блин, мне его немножко жаль. Посмотрите на его выражение лица. А ну не закай, оно такое, подождите. Что это такое? P90 пилот. Да, твой любимый скин. Это возможно такой баг быть? Он думает, что это баг походу до сих пор. Значит, ребята, я прямо сейчас захожу к нему обратно на аккаунт. И знаете, что я сейчас хочу сделать? Вот этот же Артемка, он делает вид, что он крутой киберспортсмен. И знаете что? Прямо сейчас я зайду в ММ. Я зайду в ММ. Все, ребят, погнали. Я захожу и сейчас зайду в ММ с его аккаунта. Ой, блин, это будет смеяка, пацаны. Погнали, погнали, погнали. Быстрее, быстрее. Я тебя прошу, найди. Найди карту союзника быстрее, пока он меня не выпил. Так, ребят, заходим. Подтверждаем. Все, идеально. Давай, да, да, да! Ой, блин, пацаны. Все, я зашел в союзники вместо него. Так, все, ребята, можно выходить. И смотрим дальше его реакции. Все, все, все. Что такое? Самое смешное, пока он спрашивает разработчика, что это. Я прямо сейчас играю в союзники на его аккаунте. Ну как играю? Стоё ФК, стоё ФК. Ох, блин, когда он зайдет в союзники, он будет зол. Мне кажется, он будет очень сильно зол. Добрый день. У меня, происходят странные вещи на... Прямо сейчас, короче, ребят, он пишет разработчикам. Он надеется, что разработчики ему помогут. Но не, братик, не помогут. Ха-ха. Против Кента ПК никто не поможет. Ха-ха-ха. Это злом. Я еще с ошибкой написал по приколу. Давай в ММ заходи, родненький. Так, он сейчас идет в ММ. Вот это будет трэш, просто представьте. Сейчас. Я не понял, слышите? Кто запустил меня в ММ? Я вам без рук говорю, кто меня запустил в ММ? Кто меня запустил в ММ? У меня написано в нике, это злом. У меня в нике написано, это злом. У меня вылетает, у меня странная ошибка на экране вылазит. Вылазит. И я... Так, опа, 1-0, проиграл. Алло! Короче, он кричит на своего тиммейта, он не понимает, что происходит. Включи микро, взломщик Мамкин, он пишет. Он вышел, взломщик, это вот этот тип. А это просто его тиммейт. Я спрашиваю, чем ты меня взламываешь? Объясни, пожалуйста, чем ты меня взламываешь? Он кричит на тиммейта. Алло, я с кем вообще? Ты микро делаешь. Думаешь, это реально смешно? Ты думаешь, это так и надо делать? Или что? Ты что ты хочешь? Найс пранк. Так, короче, все нормально, ребята, все. Пока он там общается с тиммейтом, ну как общается? Пока они кричат друг на друга, мы, ребята, тем временем еще раз зайдем на его аккаунт. И знаете что? Ну в этот раз, ребят, в этот раз я хочу зайти в соревновательный режим. Ну вот, немножко поиграли союзнички, теперь погнали поиграем немножко в соревновательный режимчик. Дай зайти! Дай зайти, ты чё?
Так, 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 все, все, все. Ищем, ищем ММ, ищем ММ. Ой, блин, ребята, мы, мне кажется, ему очень много ММР отнимем. Но ничего, это все во благо эксперимента. Это все ради семьи. Ради семьи, родники. Так, ребят, заходим, 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 заходим. Опа, нашел, нашел. Подтверждаю, 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 ребят. Все, ништяк. Теперь мы еще раз зайдем. Только в ММ теперь 5 на 5. Все, он, все, я выхожу, он заходит на аккаунт, и мы смотрим, чем же все это закончится. Давай. Ты заказывал P90 тысяч штук пилот на моем аккаунте? Конечно, заказывал. Я за тебя даже не шарю, стоит теперь. Кто сказал? Так, ребята, только что я зашел в режим соревновательный на карту Sandstone. Ох, ребят, ребят, кажись, это будет очень-очень весело. Просто посмотрите, что происходит. Так, только обида, только одно, то что... О, все, 5 зашло, 5 зашло за их команду, 5 человек зашел за нашу команду. Все, ребят, теперь можно выходить. И однозначно кое-кто получит у нас, походу, бан. Так, ребята, у него еще есть 1000 голды. Давайте на эту 1000 голды я прям сейчас куплю 5 фейбл-кейсечков. Нет, даже 6. Все, купил 6 фейбл-кейсечков. Пусть их открывает. Все, ребята. Пока он их открывает, я посмотрю, что же там у него творится на стриме. Короче, так смешно. Энигматик до сих пор думает, что его тиммейт его взломал. Поняли? На самом-то деле, ребята, это его взломал Кент ПК. И как только сейчас у него закончится эта игра в союзнике, он просто будет в шоках. Он просто потеряет сознание, наверное, из-за того, что произошло. Ну что, ребята, вы готовы на это смотреть? Я не знаю, как вы. Я готов смотреть на реакцию. Все, ништяк, ништяк. Погнали смотреть. Минус 19 ММР. Это просто что-то с чем-то. Ну чё, ребята, вы готовы ахать и охать? Не знаю, как вы, но я лично готов. Давай, 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 родники. А! У меня был только что ник. У меня только что ник был. Это злом. Теребот. У меня даже микрофон упал. Теперь он еще будет играть в соревновательный режим 5 на 5. Да, ребят, у него название стрима Апу и Легенду. Брат, надо стрим переименовать Апу и Бронзу, смотрите. Короче, ребят, я прямо сейчас захожу в режим союзники, но прикол в том, то, что он играет в соревновательный режим. То есть я прямо сейчас буду находиться в двух режимах одновременно. Просто представьте. Блин, это просто ор выше гор. Так, все, зашли, зашли в союзники. Теперь выходим, выходим, выходим. То есть он сейчас играет в ММ 5 на 5. Я прям сейчас играл в союзники. Он как играл? Я зашел. Нажимаю кнопочку отключиться, все. И меня тут нема, и я не я, хата не моя. Нажимаю отключиться. О, его забанили на полчаса, он гол 3. Ядрить, колотить. Давайте напишем. Выбей аркану или бан. Все, дружище, мойте совет. Выбивай аркану. Мне кто-то кейс, мне кто-то... Что-то происходит? Я не понимаю, пацаны, мне сейчас голова зубит. Мне сейчас голова просто зовет за то, что происходит сегодня. Я не понимаю, у меня зашел, мне кто-то... Ники меняет, кто-то аватарку мою меняет, кто-то... Все меняет мне в жизни! Заходит на парень, я выхожу, у меня сразу же ММ. Мне кто-то кейс заходит, мне кто-то P90. Короче, ребята, его только что забанило. И дало минус в союзниках. И, скорее всего, сейчас даст еще ему минус в ММе. Пацаны, я только сейчас ник заметил. Выбей аркану или бан. Да, ну нет, нет, ну нет, ну нет. Ладно, открывай кейс, пацаны, открывай кейс. Мы тебе желаем удачи, если прямо сейчас, ребята, он выбивает какую-то аркану. Ладно, ладно, не смешно, ладно. Пацаны, в смысле, а кто-то, мне кто-то написал, выбей аркану или бан. Ну вы видели, это не я, вы видели, что это не я. Я вам серьезно говорю, вы видели, что это не я был. Так, ребята, что-то ему... Что-то, ребята, ему арканы не упадают. Да, конечно, мне его немного жаль. Блин, опять не повезло. Эх. У меня ничего не выпадет сейчас. Ну ничего мне сейчас не выпадет с тех пор кейсов. Ну. Ему легаси выпал! Ему легаси выпал! Я в шоке! Ему да легаси... ну нафиг! Ха-ха! Ему легаси выпал, прикиньте, пацаны! Да ну нафиг! Да ну! Я в шоке! Чего? Ну ладно, ребят, я думаю, уже можно. Можно заканчивать его пранковать, потому что я пообещал, как только он выбьет аркану, я перестану его пранковать. Ну просто представьте, насколько же он рад. Так, ну что, ребят, давайте мы сейчас введем ему какой-то промокодик, чтобы ему было приятно. Так, все, ребята, прямо сейчас я ввожу промокодик. Успешно, все, дружище. Это был пранк, это был Кент ПК. И смотрим на его финальную реакцию. Брат, это пранк. Жди видео.
вы мне на фул серьезе хотите сказать, что это был этот человек? Смотри и инвентарь. О! Куме! Имба! Он мне нож дал! Братан! Это все-таки, это Кен был, это... Бляха, это пранк с видео. Ах ты ж, ах! Я был уверен, что это не ты, Кен, я уверен был, что это не ты. Откуда у тебя пароль мой? Откуда у тебя пароль? Короче, ребята, просто прожмите за это лайк. Если вам нравятся подобные видеоролики, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что, ребята, если будет много подписчиков, если будет много лайков, то я обязательно сниму еще с кем-то продолжение. Обязательно подпишитесь на мой инстаграм и на мой второй канал Кен Шортс. Ссылка в описании. Всех обнял, приподнял. С вами был взломщик Кен, пока. Всех люблю, всем удачи, всем хорошего настроения, всем пока.